дни тянулись за днями. Малыш стоял у окна и смотрел в небо. Но Карлсон все не возвращался. Мальчику было очень грустно, и даже щенок уже не радовал его, как прежде. Малыш целыми днями сидел у себя в комнате и ни с кем не хотел разговаривать. Ведь все равно никто не верил в то, что Карлсон существует. Папа с мамой были очень обеспокоены. Но, как это обычно бывает, они не догадывались, отчего же малышу так плохо. Им казалось, что малыш просто отбился от рук, и нужно найти кого-то, кто бы мог повлиять на мальчика. В конце концов, папа дал объявление в главную городскую газету: «Требуется воспитательница для малыша». Не вздыхай, так надо. Ну, а может быть, Карлсон действительно существует? О! И вот однажды утром в прихожей раздался долгий настойчивый звонок. О! Это Карлсон! Малыш ничего не знал о планах родителей. Он сорвался с места и побежал открывать дверь. Увы, это был не Карлсон. На пороге стояла совершенно незнакомая тетка ростом с пожарную каланчу. В одной руке она держала пылесос, в другой — клетку с толстой рыжей кошкой. Собака есть. Матильда, ты слышишь? Так, очень хорошо. Ну ничего, я сделаю из нее человека. Фрекенбок, бок! А вот ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье. Вам придется оставить эту гадкую привычку. Хорошо. Так это вы, собственно, давали объявление, что вам нужна домоправительница, честная, с хорошим характером. Так вот это я. Но мы приглашали воспитательницу. А кого здесь надо воспитывать? Какая агрессивная собака. Надеюсь, Фрекенбок, вы любите детей, да? Как вам сказать? Безумно. Вот так Фрекенбок и поселилась в доме у малыша. Ну, идите, спокойно работайте. Иду. И я вам ручаюсь, что скоро вы не узнаете своего ребенка. Спасибо. Родители ушли, и малыш остался один на один с Фрекенбок. Он тут же побежал на кухню, чтобы полакомиться плюшками. Но грозная домоправительница не дала ему этого сделать. Отдай плюшку. Во-первых, сладкое портит фигуру. Во-вторых, иди спать. В-третьих, делай уроки. А что еще? Что-то еще надо. Ох, какая мука воспитывать. Да, вспомнила. Вы мои руки. А чего же их мыть-то? Ведь есть равно нечего. И так малыша заперли. Он топал ногами, стучал кулачком в дверь, но все его усилия были напрасны. Малыш совсем уж был отчаялся, но вдруг... Карлсон! Карлсон! Что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугал. Привет, Карлсон! Привет, малыш! Слушай, а почему ты мне не спросишь, где я пропадал все это время? Где ты пропадал-то все это время? Кто ты? Я был у своей бабушки.
да. У меня здесь какая бабушка, ну, она как меня увидит, сразу орет на всю деревню. Карлесончик дорогой, а потом как налетит, как обнимет. Моя бабушка, она чемпион мира по обниманиям. Вот это да. Че, не веришь? Верю. Но ты все-таки прилетел. Прилетел? Ну ты подумай, что ты говоришь? Да разве на таком моторе можно летать? Я чуть не рухнул по дороге. Послушай. Видал? Ага. Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет. А торта-то, это, наверное, нету. Ты что, с ума сошел? Дорогой друг, прилетайте издалека, на минуточку. А у вас нет торта. Но ведь мы же не знали. А что вы вообще знали? Вы должны были надеяться изо всех сил. Слушай, может, ты хочешь есть колбаса жареная? Жареная? Угу. Попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость. Вали, тащи свою колбасу. Ой, а я заперт. Что? Ты заперт? Почему? Это домоправительница, просто какая-то домомучительница. Малыш рассказал Карлсону все, что знал о домоправительницах. Карлсон призадумался. Не реви. Не реву. Вот так и не реви. Спокойствие, только спокойствие. Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире укротитель-домомучительница? Кто? Не знаешь? Нет. Ну, конечно же, я. Карлсон шепотом сообщил малышу свой план. Кто-то. Полетели. Малыш обрадовался и взобрался на спину. Слушай, а что ж ты мне врал тогда? Чего? Что тебе 7 лет. А сколько? Ну, ты весишь ты на все 8. И друзья вылетели в окно. А Фрекенбок тем временем ела плюшки и смотрела телевизор. Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Итак, сегодня у нас в гостях два... В общем, сейчас вы услышите рассказ о встрече с диким, но симпатичным привидением. Вот как это было. Ведущий представил зрителям тех самых жуликов, которых так сильно напугал Карлсон. Забрать их. Смотреть противно. Жулики начали свой леденящий душу рассказ о встрече с привидением, которое живет на крыше. Фу, как некультурно. Матильда. Матильда, ты что, оглохла? Я, кажется, к тебе обращаюсь. Ты видел что-нибудь подобное? По телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже? Безобразие. Эх! Итак, дорогие друзья, просим каждого, кто знает что-нибудь о жизни привидений, сообщить в нашу редакцию. Наш телефон 223-222-223-322. Фрекенбок потянулась за ручкой, чтобы записать телефон. Но вдруг ей показалось, будто за дверью что-то жужжит. Она нехотя оторвалась от плюшек и зашагала в детскую. В комнате никого не было. Фрекенбок подумала, что малыш решил сыграть с нею в прятки. Ну где ты, где ты? Ну вылезай, шалун. Ку-ку! Домоправительница обшарила все углы. Она заглянула даже в буфет. Странно. Тут его нет. Вдруг она увидела, что из-под кровати торчит чей-то ботинок. А, вот ты где! Но и под кроватью ей не удалось найти малыша. Как же так? Ботинок есть, а ребенка в нем нет. Ку-ку! Ку-ку!
Ку-ку, где ты? Ку-ку! Фрекенбок села на стул и закрыла глаза руками. Пользуясь моментом, Карлсон вернулся в комнату и посадил малыша за письменный стол. Открыв глаза, Фрекенбок жутко удивилась. Ха! А где ты был? Да мы тут немного полетали с Карлсоном. Как это полетали? Как птицы летали, да? Так, хорошо, да. Я сейчас, я сию минуту. Мне надо принять мои капли от головы. Нет, для головы. Но Карлсон опередил Фрекенбок и запер дверь с обратной стороны. Что это такое? Пока Фрекенбок возилась с дверью, Карлсон снова забрал малыша из комнаты. Ку-ку! 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 Позволив Фрекенбок вдоволь покуковать, Карлсон вернул малыша за стол. Ку-ку! Это ты, ку-ку, мой мальчик. А, как хорошо. Радуясь, что малыш на месте, Фрекенбок вернулась на кухню. Но там она увидела нечто ужасное. Ее любимый пылесос одну за другой всасывал в себя сладкие плюшки. Что ты делаешь? Фрекенбок, конечно же, не заметила Карлсона, сидящего под столом и дергающего пылесос за шнур. Она подбежала к пылесосу и стала отбирать у него последнюю плюшку. Тем временем Карлсон вылез из-под стола и, встав за спиной у Фрекенбок, включил свой знаменитый моторчик. Что такое? Никого? Фрекенбок вернулась в комнату. Никого? Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? В левом. А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ухах. Я сошла с ума. Какая досада. Чтобы успокоить нервы, Фрекенбок решила присесть и отдышаться. Но Карлсон забрался под кресло и сдвинул его с места. Фрекенбок со всего размаху бухнулась на пол. Ай! В чем дело? Голова на месте. Кресло на месте. Внезапно кресло взмыло под потолок и заговорило человеческим голосом. Мадам! Между прочим, мадемуазель. Ну, пожалуйста, мадемуазель, привет от лучшего в мире привидения с мотором. Вот говорили мне, нельзя с утра до ночи смотреть телевизор. Вот вам, пожалуйста. Ой! Не надо, я боюсь. Ну, давайте. Давайте знакомиться. Не надо, я вас боюсь. Ну почему же? Я боюсь привидений. Фрекенбок схватилась за голову и выбежала прочь из комнаты. Ну куда же она убежала? Я так не играю. Она что, правда с ума сошла? А? Она заперлась в ванной, схватила душ и, решив, что это телефон, начала набирать номер телестудии. Это телевидение, да. Это отдел жизни привидений. Да, да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру. Пока Фрекенбок сидела в ванной и разговаривала с водопроводным краном, друзья решили отпраздновать победу. Они побежали на кухню и принялись уплетать за обе щеки сдобные плюшки, заранее припрятанные Карлсоном в шкафчик. Чтобы было веселее, малыш включил телевизор. А Карлсон-то никогда в жизни телевизоров не видел. Он страшно удивился, когда на экране появился поющий человек. Ой, какой кошмар. Слушай, ну это просто ужас.
у вас в доме завелась говорящая голова. Вон, вон она на нас кричит. Ты не видел, что ли, телевизора? Не видел. То есть... Ну, послушай, а где же ноги? Ну, подожди, я сейчас все выясню. Карлсон полез под телевизор, но случайно задел кнопку переключения программ, и на экране возникло изображение очаровательной девушки. Ого, вот это да. Карлсон подумал, что девушка улыбается именно ему, отчего страшно засмущался. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Позвольте представить, Карлсон, а это мой маленький... Как истинный джентльмен, Карлсон поклонился и шаркнул ножкой. Правда, при этом он задел шнур, и экран телевизора мгновенно погас. Куда? Ну, я так не играю. Ну, перестань, ты есть плюшки, вот ты уже седьмую съел. Что ты смеешься? Да, ты такой честной. Я так ей нравился, это все из-за тебя. Вот. Желая узнать... Как там себя чувствует Фрекенбок, малыш подошел к двери ванной и прислушался. О, я понял. Что ты понял? Карлсон, ты знаешь, она хочет попасть в телевизор. Она? Ага. В телевизор? Да. Вот эта толстая домоучительница хочет залезть в самую маленькую коробочку. Ничего не получится. Ее надо будет сложить вчетверо. Да ну ты же опять ничего не понял. Давай я тебе сейчас все объясню. Валяй. Пока малыш объяснял Карлсону, что такое телевизор, Фрекенбок постепенно пришла в себя. Она выглянула из ванной и во все глаза уставилась на Карлсона. Позвольте. Кто это такой? Это? Да это же Карлсон, который живет на крыше. Позвольте. Так это вы жужжали у меня в ушах, да? Вы? Ну, откровенно говоря, да. Так это вы таскали мои плюшки. Домоправительница схватила веник и стала гоняться за Карлсоном по всей квартире. Целых полчаса носились они из угла в угол, опрокидывая стулья и табуретки. Наконец, Фрекенбок прижала Карлсона к стене, но и на этот раз находчивый Карлсон сумел выкрутиться. А у вас молоко убежало? Боже мой, молоко убежало! Позвольте, какое молоко? У меня на плите нет молока. Опять розыгрыш, Лунишка. Дело кончилось миром, а Фрекенбок даже подружилась с Карлсоном. Она напекла много-много сладких плюшек, и все вместе сели пить чай. А какая досада, что вы не привидение. Почему? Да потому что сейчас приедут телевизионные деятели искусств. Я их специально вызвал для привидения. О чем я буду сейчас с ними говорить? Как о чем? А я? А обо мне? Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, но в полном расцвете. Да, но на телевидении этого добра хватает без вас. Но ведь я же еще и талантливый. Внимание! Сейчас увидите лучшего в мире Карлсона! Карлсон забрался в шкаф и выскочил из него через минуту в длиннющем пальто и огромной шляпе. Он пустился в присядку, да так лихо, что даже у Фрекенбок загорелись глаза. Она не выдержала и тоже пошла в пляс. А через минуту плясали все. И малыш, и кошка Матильда, и даже маленький щенок. Кто знает, сколько бы еще продолжалось это веселье, если бы в прихожей не раздался звонок.
Это вернулись с работы мама и папа. Ой, ну как хорошо, что вы пришли. Знаете, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю. Малыш схватил маму с папой за руки и потянул в комнату, но Карлсона в комнате уже не было. Он улетел, просто взял и улетел. А Фрекенбок стояла у окна и махала ему вслед носовым платочком. Ну, малыш, а где же твой Карлсон? Он улетел, и он обещал вернуться. Милый, милый.